Всем привет и добро пожаловать на канал Моторпор. Я сегодня не буду многословным, ведь озвучиваю это видео в 3 часа ночи, почти сразу после того, как поймал трофейного опаха на Норвежском море. Очень долго я искал крупную трофейную рыбу в троллинге на этом водоеме, но первый крупный трофей по итогу клюнул с места на точке, которую я уже второй день нахваливаю, и как оказалось, не зря. На сборку, которую я покажу где-то в начале видео, до момента поимки трофейного опаха клевало очень много редких видов рыбы, а вчера здесь же удалось добить 49 уровень трофейной треской. Поклевка трофейного опаха красноперого произошла в падении на глубине 70 метров. И после всего нескольких расклинов рыба начала очень легко, без особых рывков, тянуться в желтой зоне шкалы. Что уже в тот момент наводило меня на мысль, что это либо трофейный опах, либо хорошая полярная акула. Ведь я только сегодня начал использовать новое морское удилище и поставил в сборку 205 поводок из плетеного шнура. Это, наверное, самое простое вываживание трофея этого вида рыбы, ведь все закончилось менее чем за 10 минут, благодаря все тому же поводку на 205 кг. Ну и как это часто бывает, все самое интересное происходит после завершения стримов. Ведь этот трофей клюнул спустя 15 минут после завершения прямого эфира буквально второй рыбой. Видимо, кое-кто что-то знал, о чем я даже не мог догадываться. И только те, кто досидели до конца стрима, поймут, о чем я говорю. Но вот в очередной раз ловлю себя на мысли, что я до сих пор не закрыл мерланга, даже теперь. Ладно, не буду вас отвлекать от знакомства с главным героем этого видео, лишь напомню о существовании кнопки лайка, которую необходимо прожимать, если видео вам понравилось. Ну и конечно, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать ежедневные прямые эфиры и новые видеоролики. Всем приятного просмотра!